сказали, да, что один бензопилой засек девочку, а потом топором ее еще. Уважаемые коллеги, он был один, потому что вначале поступила информация, что якобы двое. Почему поступила информация якобы двое? Потому что вначале это была бензопила, потом она была на месте преступления брошена, и с чехла, в которой должна быть гитара, достал топор. Топор, как будто бы уже два разных лица. Это было одно и то же лицо. И пошел, как будто бы это второе лицо. С учетом той статьи, которая возбуждена, у нас предусмотрено вплоть до смертной казни. Там у него броши, чтобы не потерять. Броши много вроде. Сегодня к нам была скорой помощью доставлена пациентка 46 лет с ранениями грудной клетки. В настоящий момент ей оказана вся необходимая помощь, и пациентка находится в отделении реанимации. Насчет прогнозов, состояние ее стабильное в настоящий момент. Я кричу, что там убили кого-то, ну, то есть от Олега Рулевич говорит, ну, может, ударилось об стекло, и все, и мы выбегаем, закрыли магазин. Он идет с топором, просто шел спокойно, ничего, не волновался, никто не понимает, что происходит, все бегут в ту сторону. Он добежал до нашего магазина, я как раз зашла в магазин, Алена говорит, может, нас заминировали? Я говорю, наверное, что-то так страшно. Uh-huh. И выхожу, он останавливается, я вышла, остановилась и говорю подруге, мафию, наверное, играют. Uh-huh. Ну, я вижу топор, это все, я же думала, игрушечный, я же не думала, что он этот настоящий топор.